Ну что же, первый турнир в пляжке Сертолово. Мы рады приветствовать вас сегодня. Здравствуйте, участники соревнований! Здравствуйте! Галенька, еще раз, здравствуйте, участники соревнований! Здравствуйте! Вот это уже лучше, да? Сколько у нас пар сегодня заявилось? Кто принимал заявку? Сегодня принял заявку тренера Валентина Миронова. И заявилось у нас... А что так вяленько? 20 команд сегодня заявилось. Кто не первый раз играет? Есть такие? Сколько в прошлом году было команд? Больше, меньше? Меньше. По-моему, 13. Это в твоей группе. Не помню, да? Ну, в интернете все помнит, посмотрите потом в интернете. В этом году 26. У нас, как обычно, 3 сетки, 3 группы. Первая группа. Какая? 10-й год. Давай, хард. Ну, не все, хард. Хард, первая группа хард. Все уже, кто занимается, не первый год. Это те, кто занимается давно, те, кто... Как это сказать? Те, кто молодец и может перевести мячик через сетку более одного раза. Так, называем сразу, да? Да, давайте сразу назовем. Значит, группа Hard будет играть на этой сетке, где поглубже песок, чтобы было сложнее. Так, значит, таблицы турнирные у нас все по номерам будут. Так. Запоминаем. Значит, называю команду по фамилии ребенка. Нам так проще, потому что фамилии родителей и родственников могут отличаться. Значит, первая команда Ивановы, вторая Гасенина, третья Кокина, четвертая Масловы, пятая Мигунова, шестая Арзумановы, седьмая Кондрашова и восьмая Рылеевы. Это первая группа, группа Харт. Так, вторая группа. Вторая группа, те, медиум, играет на той сетке. И те, кто 11-го года. На той сетке. Это медиум. Нет, на той. Медиум. Медиум на той сетке. Так, команды Заяц, Мужикно, Бондарь, Снобовы, Макаровы и Филипповы. 6 команд. Ну и самая многочисленная группа, у нас третья группа. Это начиная с 12-го года, 12-й. 13-й, 14-й год. Улыбины, Першины, Жеревчук, Лукьяненко, Хричковы, Соловьёвы, Балаевы, Самбрицкие, Спижарские, Ивановы. Дарья там. Иванова Дарья. То есть у нас две команды Иванова. Значит... Так, у нас есть именинник сегодня, Улыбина. Давайте, да. Третья группа, самая многочисленная, играет на дальней сетке и ожидает, когда закончатся игры у самой маленькой группы медиума. И потом мы добавим параллельные игры на двух сетках. Как мы играем? Группа Hard играет по пляжным правилам. Все. То есть... Можно просветить? А вы в харде? Вы в харде? Да. Тогда должны знать пляжные правила. Благодарю за поддержку. Как звучит? Игрок, когда пришел играть, он должен знать правила. Прием сверху стараемся исключить, передачу сверху стараемся исключить, стараемся принимать снизу, скидки пальцами стараемся исключить, стараемся делать... Тычки, накаты, сильные удары. Судьи проинструктированы по поводу харда, они будут внимательно бдить и перед каждой игрой все это еще напомнят игрокам. Особое внимание к родителям. Особое внимание к родителям харда, да. Medium Light играют проще, играют в свое удовольствие. Опять же смотрим на родителей, если родители у нас выше ребенка в два раза, то к нему будет более пристальное внимание. Просто вот и все. Главное запомнить, что это для детей, это в удовольствие,
Это наша любимая игра. Ну и так, еще немножко орг-вопросов. Значит, запомнили все по очередности своих? Первая игра, играет первая, вторая команда на каждой площадке. Потом готовится, играет третья, четвертая. Далее, по очереди, календарик в составе будет у судейской лежать, висеть. Играем мы одну партию до 21-го. Смена сторон через 7 розыгрышей. И по итогу группы первый со вторым местом играет финал за первое место. Третий с четвертым в группе играет финал за третье, четвертое место. Финалы будем играть уже из серии до 15. Если сильно не устанем. Ну и внимание немножко рассеялось. Все же знают, что у нас есть самый старейший действующий волейболист, почетный житель города Сертолово, Белугин Виктор Семенович. У каждого Сертолова есть такой почетный житель, я скажу вам. Слово Виктору Семеновичу. Спасибо за предоставление слова, за приглашение. Дорогие родители, ваши дети, гости, любители волейбола Сертолово, я рад видеть, что с каждым годом число участников увеличивается, и волейбол, особенно пляжный, становится любимым видом спорта в Сертолово. 25 лет назад вот на этом месте ветераны выбрали местечко и поставили там две стойки, начали играть в пляжный волейбол. Поставили покрышки вот эти, а далее замечательные тренеры Алла Валентиновна Миронова, Антон Сергеевич. Вот, дооборудовали эту площадку, довели до трех площадок и есть возможность заниматься нашим любимым видом спорта. Дорогие родители и в том числе участники, мне бы хотелось, чтобы вы помогали своим тренерам, организаторам, Мироновой Алле Валентиновне, Антону Сергеевичу, в том, чтобы этот золотой стадиончик превратился в настоящий стадион волейбольный для пляжного волейбола, где были бы трибуны хотя бы примитивные, место для хранения инвентаря, расширить можно, площадки дооборудовать и заниматься любимым видом спорта. Ну вот посмотрите, вот там лабиринты металлические сделали. Кто там ходит по этим лабиринтам? Я у администрации прошу, поставьте столбы, навесим сетку капроновую, чтобы мяч в водоем не улетал. Поэтому я прошу, чтобы родители более активно ставили свои требования администрации по оборудованию этого волейбола. Я недавно был, ну, действительно, денег нет, говорят. А в прошлом году миллион был заложен для того, чтобы поставить столбы и натянуть капроновые сетки, оградить эту площадку. Куда там, не знаю, почему отменили это строительство, но надо добиваться. Характерно то, что ваш сегодняшний турнир проходит в день города Санкт-Петербурга. 320 лет сегодня празднует Петербург. И пусть ваш турнир будет посвящен нашему любимому Петербургу. Желаю вам успехов и удачи, показать наилучшие результаты, каких вы достигли в процессе тренировок и вообще желания играть в волейбол. С лица.
Антон Сергеевич, от себя я устанавливаю приз. Я занимаюсь хобби уже много лет. Золотой свисток. Да, мы в курсе. Или судья получит его, или лучший игрок. Это ваше, на ваше усмотрение. Надо продемонстрировать. Поэтому в конце, нет, я его принесу вам, вручу. Хорошо. Потом... Свисток из золота. Есть за что бороться. Ну что? Я называю сейчас, кто выходит на площадке. А может, групповое фото? Ну, можно, давайте. И а в конце разойдутся потихоньку уже. Там останутся те, кто... Все помнят, кто играет на площадках? Давайте озвучим еще раз. Еще раз, да. Первое, второе, да. На этой площадке, давайте. Харт. Ивановы, Ивановы. Гасенины. И Гасенины. Готовятся, Фокины, вернее, Ивановы, Гасенины играют, Фокины, Маслова готовятся. Так, на второй площадке. На медиум. Медиум. Заяц, Мужикно играют, Бондарь, Сноповы готовятся играть. На третьей площадке. Улыбины, Першины это играют, Жеребчук, Лукьяненко готовятся. Групповое фото на фоне сетки. Все команды, все участники, все судьи, все гости. Вперед! Конечно, судьи все туда. Иди, туши, все, туши камеру. Помашем ручкой. Себастьян. О, да, здравствуйте. Я должен стать золотым под конец игры. Здесь в песке, потому что? Да, потому что... Нет. Да, Лёнь. А что это пересвет какой-то? Спасибо. Офигеть, что светлый. Тут нельзя снимать такое. Это... Наверное, надо что-то на это комментировать, но как-то. Даня? Ксюша? Нас нужно вместе, нас нужно вместе.
Да, мы тут судьи, лучшие судьи. Так. Ручки помахали. Привет. Нет? Запись. Ручкой. А что ты его поймала? Аня, где? Смотри. А где фотоаппарат? Смотри. Посмотри на него. Помочи ему. Давай, давай, давай. Беги, беги. А если ты второй раз ударишь эту штуку, значит штраф? Да, чтобы не заступал. Лично, Игорь. Привет, привет. Да? Давай, давай. Еще четыре, еще несколько очков. Ну, блин. Улыбаемся и машем. Улыбайся, Алиса. Тебя заметили. Алиса. Тихо, тихо, упадет. Пару слов. Туда сюда. Разно в спорт. Кирилл, Кирилл, Кирилл. Следующий. Следующий у нас играет. Да, вы сейчас успеете играть. Вы, Сергей, еще просто снимаете или прямую ведете? Мы как просто снимаем. Что ты там про погоду говорил? Я говорил, что хреновая погода. По-моему, здорово. Где еще? Какая погода? Прикол, яркий зонтик. А еще. Самые мокрые судьи. Ты помогнешь. А, точно, давай. Давай.
Да, это я. Хорошая погода. Прекрасно. Согласен. Волейбольная. Ваше здоровье. Никита! Не заснял. Нам хорошо. Я, ну судя, молодец. Быстрее всех сообразила про зонтик. Эх. Надо было желтые штаны. Был бы светофор. Ну вот, дождь и кончился. Пьем. Ау! Да. Между прочим, на той площадке дождя уже нет. Кучнее показать что-нибудь. Ну, похлопали. Похлопали. Ладно, девчонки, не грустите, все нормально. Вы играли первый раз. Занимайтесь год. Это нормальный результат. Итак, на третьем месте у нас команда Хлопов. Командному встаньте. Лава. Во. Что было, что поставить на аватарку. Так. Вот.
Серебро турнира! Второе место! Никто не забывал! Выиграв у Снопова, получают Мужукно! Ура! Как он наклеит эту машину? Поленьи браслет выбирай. И серебряные медали. Прогресс. Ступеньку подняли, молодцы. Здесь не хочет. Первое место. Абсолютные чемпионы набрали. Не проиграли ни одной игры. Макарова. Это мне? Женахёк. И медали золотые. Свободно? Да, все, всем спасибо. Спасибо большое за организацию. А до следующего года. Ой, все, выключи. Я оператор. Да уйди. 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 Ура. Ну, почти. Я сейчас награждение. Я сейчас сюда фотографировал. Ты всегда все. Фьюх. Щелкни. Так, вот там вот. Нет, о чем капитане? Нам сейчас уже сообщили оттуда. Вот это все идет сейчас. Сергей, надо ускориться. Третье место. Ваня, наверное, кстати, тут не то, что ты. Несмотря на упорную работу судей, которые не знали информацию. Сильно не донесли нам правильно. Заняли Соловьёва. Соловьёва! В прошлом году что у вас было? А, в
Да, без медалей. Да, медаль. Он не монтирует. А просто выкладываю. Спецэффекты. Тихо. Заняла команда Жеребчук. Не так вообще, да? Тебе выбирай. Давай переворотите. Нет, у нее под курточку. Переворотите, переворотите. Сейчас. Подожди, подожди. Потом засунь. А тоже было здесь, я вот так бы снимали. В следующем году макара, Это не криво, это просто монтаж. Улетаем, 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 улетаем. Тихо, тихо, тихо. Одних на два шага, других на один шаг. Это Лукьяненко, выиграли все игры. Это спецэффекты. Это птичка, это птичка. Это тоже птичка. Ну и медали. Золотые. Все, Ром, наши пацаны заставят бегать. Я тебе ничего не скажу. Это спецэффект. А нам можно что-нибудь? Вам можно наклеечку надо? Во. О, нам наклеечку тут. Кайф. Вот единственное золото правильно подошли к фотографированию. Вернись к фотографированию. Мама, слышишь, ноги уже. Наши последствия идут с наклеечкой. Я судья. Я вообще не оценили, не могу. Это судья тоже, как я тоже судья. Мы судьи. Я вообще-то больше всех отсудила. Мы судейский штаб. А я шаву поел. Судейский штаб. Я тоже шаву поел. Давай, пойдемте на лайк. Теперь я должен 120 рублей. Он мне должен 120 рублей за шаверму. Покучнее. Мирона не видно совсем. Волейболистов Петербурга. Твари дурак. Как так? Давайте мы тогда вот так. Да. Алиса. Ну вот, родные папы. Да. Ярослав сюда. Вот. Да. И ближе. Сюда, сюда. Да, 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 Лиза, давай. Вот, ближе, чтобы было видно. Вот. Вот так. Вот покучнее. Улыбаемся, машем, смотрим на меня. Да это криво камера будет, Рома. Рома, это криво будет. Да, Рома криво снял. Нет. Все, запись пошла. Ну что? Группа карт. Дольше всех играла. Почему? Лучше всех играла. Потому что лучше всех играла. Больше всех держала мяч в воздухе. Итак, 8-е место. Команда Рылеева. 7-е место. Команда Кондрашова. Это дядя. Дядя. Классно, все. 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 Отлично. Так, 6-е место. 6-е место. Заняла команда Маслова. Духовный борец. На машину. Спасибо. Все. Полин.
Так, столько же очков набрала команда Фокины. Три очка. Так, это папе. Мы Полине. Так. Ярче в футболках к яркому баннеру. У них одинаковое количество очков, но вот из-за того, что кто-то кому-то проиграл, получились разные места. Итак, четвертое место заняла команда Гасининых. Мы считали, что третье место суммой 5 очков занимает команда Балаева. Спасибо. И бронзовые медали. И туда. Медаль у папы уже. Быстрее у папы. Сейчас, погоди. Никиту снимают. Камера. Отойди. Итак, второе место с таким же количеством очков, выиграв соперника, 5 очков занимает команда Мигунова. Мигуновы! Серебряные. Ты попади, чтобы было видно. Не стоит, ты приклеенный, что ли? Я мог уже просить. Давай. Я еще не сделал фотографию. А чемпионы куда ждут? Они местные. Трига повисит немножко. Выиграли все семь игр, набрали 7 очков, равных не оказалось. И Ивановы! Так, купишь машину, наклеишь. Само собой. Понял, надо? Надо, держи. Так, ну... Да. Ну это ладно. Это мне. Это стакан. Это мне. Так, не надо тебе. Так, и золотые медали. Золотой кубок и золотые медали. Спасибо. Пошли. Так. Все. Идите, чумазы. Давайте похлопаем. Ну, нет. Где? С тем будешь? Да, конечно. Хочешь кубок держать? Конечно. Так не здесь. Понятно. На меня смотри. Там это... Потому что к сегодняшней готовился. Да, она у меня вчера в мыслях была. Мыслю. Рисуйте. Общее фото. Халловет, манера, кружи. Давай. Хэллоумен, манеры. Кубок, ступка. Ты так снимать надо? Конечно, чтобы было нормально, удобно. Можно еще... Нет, вот так не надо. Можно покомментировать. А ты не играл, ты не должен быть. Мячик, дайте. Нет. Ну вот так, ладно. Шашу ты играешь. Вообще на мяче. Лобанси и Машу. Вперед надо было выпустить. Повернуть свисток стороной, чтобы 10 рублей было видно. Чтобы все знали. Панорамное фото, чтобы 20 рублей было видно.
Это уже 360 панорама. Да!